Всем добрый вечер. Вот так я ее сворачиваю. Получается тройной слой. Обычный полиэтилен. Я его разрезала пополам, получились две вот такие половинки. Вот в одной половинке я уже замочила в этой улитке семена. У меня здесь водичка с универсальным удобрением. Вот, полила. Беру семена. Набираю семена и сею. Почаще, потом, чтобы было из чего выбрать. Какие прорастут, какие не прорастут, неизвестно. Вот они, поближе покажу семена. Все, аккуратненько их заворачиваю. Вот такая улиточка получается. Подписываю ее. Две улиточки готовы. Вот так лучше проращивается, потому что семена вот эти я посадила, просто замочила перекиси водорода на 30 минут и посадила в землю. Я показывала, как сажала. И они у меня очень туго взошли и очень туго растут. А вот эти семена я посадила позже, буквально вот на 10 дней позже, чем вот эти. Но я их прорастила вот в таких улитках. Прорастила их и посмотрела, у кого какие лучше корни, и те посажала вот сюда вот. И так, посмотрите, они уже догнали вот эти, которые раньше на 10 дней, они их догнали, и они вылезли на третий день, вот они, и они их догоняют. То есть пророщенные в улитках семена показывают себя с хорошей стороны, в схожести. И я уже знаю 100%, если я с улитки взяла и не повредила корешок, посадила в землю, я уже знаю точно, что он зайдет. И вот они сходят, вот 100% схожесть. Хотела с вами поделиться, мне понравилось такое. Я в прошлом году также проращивала абсолютно все семена, и даже огурцы также проращивала. И у меня схожесть 100% была. У меня томаты были, переростки, у меня уже на подоконниках спели помидоры. Всем мира и добра, пока-пока, до завтра.